Друзья, в начале октября в Нью-Йорке проходил саммит по нейролидерству и нейрокоучингу, который Дэвид Рок проводит каждый год. На этом саммите произошло очень важное. Наука совместно с бизнесом обсуждала несколько очень важных вопросов. Как помочь бизнесу стать более устойчивым в ситуации изменений? Как сделать так, чтобы люди могли чувствовать себя более креативными, более включенными в процесс? Как сделать так, чтобы люди, оставаясь людьми на работе, тем не менее, выдавали новые блестящие результаты? И по итогам этого саммита у нас в CBSD уже прошел первый мастер-класс. Он был посвящен, как мне кажется, очень важным и очень интересным темам. Те, кто был на этом мастер-классе, наверняка помнят, какая интересная дискуссия у нас с вами развернулась в конце, когда мы начали задавать друг другу вопросы, обсуждать темы, которые нас волнуют. Нам даже не хватило времени, и мы договорились, что мы встретимся еще раз. Вот как раз об этом я и хотела с вами поговорить. 28 ноября мы приглашаем вас на очередной мастер-класс, который будет посвящен итогам саммита по нейролидерству и нейрокоучингу, и в частности очень интересной теме. Представьте себе, что вы собираете группу людей или команду и говорите: давайте устроим мозговой штурм, давайте придумаем что-то новое, давайте будем мыслить нестандартно. И, к сожалению, то, чего мы не знаем в этот момент, это как вот эти нестандартные процессы мышления происходят в нашем мозге. Как мозг вообще способен сгенерировать инсайты? Вот это и будет нашей с вами темой мастер-класса 28 ноября. Мы готовы предложить вам очень интересные инструменты того, что такое инсайт, как инсайт генерируется мозгом, как можно помочь человеку выйти на новый уровень мышления. У меня к вам есть большая просьба. Пожалуйста, помогите нам сделать этот мастер-класс максимально интересным, максимально практичным, максимально интерактивным. Мы со своей стороны уже готовим много интересных материалов, которые мы готовы вам отдать. Это будут и статьи про то, как работает мозг. Это будут интересные открытия про то, как генерировать инсайты. Это будут слайды, которыми мы готовы с вами поделиться. Это будут конкретные практические инструменты и конкретные практические упражнения, которые мы с вами сможем проделать непосредственно в аудитории на мастер-классе. Чего мне очень хочется, это чтобы вы принесли свои вопросы и принесли свои конкретные идеи того, как это может быть применимо в вашем бизнесе. Самый главный для меня вопрос – это чем мы сегодня можем помочь вашему бизнесу, как мы можем помочь людям стать чуть более эффективными, чуть более счастливыми, чуть более творческими и креативными на работе. Приходите. Я думаю, это будет интересно.